Всем привет, подписчики! Я увидел ваш огромный актив на моих обзорах на блоке. Я понял, что они вам очень нравятся, поэтому я решил выложить следующую часть. Сегодня я буду обозревать, не поверите, блок песка. Так, ну что могу сказать про этот блок? Этот блок, он прикольно выглядит. Он такой необычный весь из себя. Вот вы видите, как земля такая зеленая выглядит, тут все, тут земля коричневая. И вот песок такой желтый, прикольный. Ну, мне кажется, что этот блок, он очень даже, наверное, полезный будет вам. Но у него есть один минус, это когда вот его ставишь так, он может упасть. Вот так вот. И его не закрепить никак, ничего с этим не сделать. Поэтому лучше не строите сим под себя, а можете, например, ограду какую-нибудь сделать, я не знаю. Но я знаю, что из этого песка, из этого блока можно сделать вот это, короче. Это круто очень, я считаю, потому что если у тебя есть много песка, и он тебе не нужен, ты можешь переделать его вот в это, и будет прикольно даже выглядеть все. Ну, в принципе, я думаю, что разработчик, когда добавлял блок песка в Майнкрафте, он так и задумал, в принципе. Но это реально очень круто выглядит. Ну вот вы посмотрите. Короче, мне этот блок очень нравится, и я бы поставил этому блоку, 8.5 бы поставил здесь этому блоку. Он прикольно выглядит достаточно, и у него прикольная функция. Он может сделать вот этот блок вот. Напишите в комментариях, как называется этот блок, я честно не знаю. Вообще, подписчики, если вы хотите, чтобы я выложил следующую часть на обзор листвы, то я выложу этот обзор листвы. Если вы наберете 8 лайков, если наберете, я сделаю обзор на листву. Поэтому все в ваших руках, подписчики. Всем удачи, всем пока.